Um. Давай, оппонент, насыпай. My body Что-то... Тут Сизик сразу. Карника изгнать. Карна будет убирать, мне кажется. Что это может быть? Может быть, я мод комбо, да? Ну, Карна, да, изгнал, это очевидно. Он понимает, что я трон соберу. Ставлю его на третий. Там уже карн, и он будет сидеть и плакать. Доборы есть, в принципе, можно развернуться сейчас как-то будет, да? Ам... Жанды какие-то что ли? Не, на Голгаре. Ну, это, скорее всего, я, я, ягмот мне, мне что-то так кажется, да? Нет. Еще. Инквизиция козелька. Ну, это Ancient Steelings убирает. Давай еще тот сизик. О, хорош! Оппонент, красава. Три дискарда на старте. Видели, да? Молодец-то, какой играет. Хорош. Три дискардика. Руку залезть. Кайф. Еще пишет мне. Good luck, have fun. Это такие любители дискардика. Вот они... Такое будут писать. Have fun там туда-сюда. Наверное, сферу поставлю, экспедишн мап не хочу сейчас ставить. А, две. А, у меня шикарную дешевле, да. М -м, взрывать пока не буду их. Может опять же, может там еще дискарды дашь, чтобы он не с дискардил мне со сферой ничего. Ребята, был шанс взять трофей, но как там так не тогда с этими зетами не завезло? Что мы хотим убрать? Это точно два Vale of Summer берем. Main. Что мы убираем с руки? Минус релик один, минус сферу, что ли? Пол из может убрать. Нет, это пусть будет. Козелька одного. Ну, козелек хорош против милов каких-то, да. Вейл Саммер есть, нет зеленой земли только, да? Наверное, это мулиган. Не могу начинать с такой рукой. Была бы сфера хотя бы, я бы начал. Ненадежно, очень ненадежный старт. Четыре зеленых спела без маны, это... Плюс он с дискардит что-то начнет, да. Стремно. Да, есть карта за четыре, но опять же он ее уберет. Я думаю, буду мулиганиться и искать что-то более темповое. Очень медленно. Без земель. минус вейл ну вот вот я мулиганис до 5 и мне сразу диска от я в 4 понимаете почему модерн? я не хочу вообще мулиганиться просто даже не хочу но есть шанс добрать трон да всегда есть хроматик сферы какие-то еще то есть плюс это только вторая игра первая за нами еще раз бросик. Давай, Инквизиция. Инквизиция, это Цис на Карна, да, будет играть. Нет. Земля, которая вот так уходит. Прикольно. Арт, кстати, мне нравится. Такой големчик, типа. Элементаль, да? Красивый. Я сейчас пока не буду взрывать, потому что если Сервант Скрайн я возьму, да, я не смогу ее сыграть. Вот на следующий ход уже буду взрывать. Вдруг, вдруг зайдет. Это вот игровую. Три земли. Это в районе шестой, может быть, у него... В теории он у него должен быть, по-моему. Хорошо. Что это, Discard? Галганская команда в хроматик сферу. <coughs> Тогда я пожертвую. Ой, в хроматик стар. Пиромант, может быть. команда. Сереванскранк. <laughs> ну это жесть какая-то. Что мы хотим сбросить, ребят? Карна за 4 или за 7? Сейчас точно надо Сереванскран будет играть. Наверное, Карна за 7, да? Вот я так и знал, что я... у меня лежит Анта карта. Сделал, блядь, с командой этой. Good luck have fun пишет. Ancient станет Станьту карту. Ну, я за три тоже, как бы сейчас, ничего там не поставлю, да? Следующий ход 7 у нас. Что, опять Дискард? Ну, это минус кард. Однозначно. Как он запарил реально. Давай еще Инквизицию Козелька. Хуже Мила, только Дискард. Хотя Мил на самом деле... Я же играл им, это довольно-таки здесь очень такая более или менее даже честная дека. Потому что все остальное это что-то вообще зарядом вон выходящее. Карн за ш... Я хочу что-то уже взять, да? Или карна брать за 4. Давайте его. Окей. Okay. Подискарнил оппонент. Ну, зато весело.